Это для тех, кто шарит. Это для тех, кто в курсе, что это такое. Да, те самые звуки. Тот самый сэмпл. Та-та-та-та-та. Ну вот, для кого он знаком, у того, скорее всего, слеза небольшая накатилась. Ну а для кого не знаком, да и, так сказать, come get сам. Начиная на крыше, решил в него поиграть, давно не играл, решил вспомнить, каково это было. Ну и как раз таки записать в одну из своих подборок, типа старых игр. Кто знал, кто не знал. Пошел ты нахуй, пидора. Вот. Вот только я не должен был его убивать, я должен был взорвать. Сейчас вы все увидите, дорогие мои. Вот тут я брать не буду. Ладно, возьму. Это Duke Nukem, мать его. Это для тех, кто шарит. Это для тех, кто в курсе, что это такое. Вообще, Duke Nukem, ну, это одна из самых первых игр, в которые я играл. Потому что у меня была такая... был диск с такими вот игрухами. Вот, и там он был, собственно. Причем Duke Nukem был ебейший, потому что он был куда проработаннее, чем тот же Doom. Вот, и, соответственно, и популярностью он больше пользовался, но... Damn, I'm good. Вот, он открывается, но ее никак не взять, потому что... Датанял, Датанял, я вам дам, блядь, Датанял. Так, где? Вот, дровоик. Потому что как-то так. А я всегда думал, что здесь свинья. А, вот он. Подбираем, забираем. Так. Браслет мы взяли и здесь. А, звучки, конечно, охрененные. Сейчас мы запустим туда торпеду одну. Вот тут перешагиваешь, и появляется гандон. Здрасте. Смотри, блядь. Какие хитрожопы, да, сидят такие, типа, такие дурачки, пиздец. Здорово. Ты видал? А этим похуй, да, не заметил. А вот этот пароль, не знаю для чего, никогда не знал, пытался вводить его в интернете. Сыграем баскетбол. Здрасте, до свидания. Она просит ее убить. Не знаю, что они там с ней делают. Не видно, чтобы ее там факали, но при этом не видно, чтобы из нее выбивали жизнь. Че, сюда летаешь, охуел? Тебе не аэродром. Оп, оп. Получится. Потому что мы не слабаки, мы не те, кто... Собственно, нужно посидеть, выпить мартини, посмотреть, так сказать, прекрасное. Оу, е! Ты чё, сука? Офигеть, руки помнят! Говоря в чуэс! Пасутся наверху, возводятся на стендах, я вообще в шоке. Your face, your ass, what's the difference? В натуре, вот так оно и есть. Ой. Ой, сука. Меня поймали же, типа, на электрическом стуле. Ты чё, сука, свинья? Я тебе рассказывал. Показывал. Я тебя пытался предупредить, но ты... Готовы к бою!
get some. Да кто, откуда? Ха-ха, наебал. Побежали, побежали. Да кто вас будет убивать? Кому вы нахуй нужны? Та-та-тира, тара-тара, тара-тара, тара-тира. Бля! Shoot you, Svenoy. I'm Duke Nukem, and I'm coming to get the rest of you, alien bastard.